Ладно, у нас, значит, Гек Уик, и пойдут два фаната, которые посетят производство 5-го сезона. Да, но это не просто экскурсия по съемочной площадке. Бум! Мы покажем им закулисье, чтобы они увидели, сколько работы было вложено в шоу. Кого титов-то вы обычно не видите. В общем, план вы знаете, да? Да, да. Погнали? Погнали. Ой, а чё, прямо сейчас? Сегодня мы в Атланте, штат Джорджия, на съемочной площадке «Очень странных дел 5». Просто не могу в это поверить, это как несбывшаяся мечта. Мы, если честно, еще точно не знаем, что будет сегодня происходить, но мы очень рады быть здесь. Мой любимый персонаж — это Стив, прическа Харрингтон. Он просто вообще... лучшая нянечка для детей. Короче, очень люблю. Да, я то же самое хотела сказать, это наш любимый персонаж. И... чё как? Ахуй. Вау, вау, супер, мы так рады, привет! Рады познакомиться. Слышал, Стив ваш любимчик. Ой, извини, давайте перезапишем. Не-не-не, не надо, он тоже мой любимчик, так что все нормально. Хотите глянуть реквизит? Да, да. Я практически уверен, что это из 1-го сезона, когда мы играли в ДНД, дрались с Демогорганом. Это именно та доска. Я последний раз видел ее, наверное, лет в 12. Это безумие. О, офигеть, это вот как раз Демогорган из 1-го сезона. Вау! Тебе нужно как в том кадре его шлепнуть. Бум! Демогорган! Мы в зопе! Я реально хотел бы у себя это оставить. Готовы? Бум! Да! Да, тут вот еще есть письмо Тодди, Майку. Это те, которые были не от души, да-да-да, именно они. Где она притворялась, у меня был лучший день сегодня. Да, я такое читал и типа, боже, она великолепна. Это у нас топор из 1-го сезона, который был у Вайноны. Вау! Круто! Так, готовы еще на кое-что взглянуть? Ох, вау. Здесь хранят, в общем, все велосипеды. Как же их много! Это у нас часовня. Офигительнейшая комната, в которой куча реквизита из сериала. И это довольно пугающе. Вау! Все коробки подписаны и принадлежат определенным персонажам. Это вот коробка, предназначенная Оди. Жесть! О, Эгос! Блин, довольно тяжелые. Постойте, а это что? Я такого не помню. Подожди, это письмо Хоппера! Да, точно! Из сцены в хижине. Не сомневаюсь, что и написал это именно Дэвид. Хоппер здесь? Да, это его почерком написано. Тут он свои чувства выражает, я помню это. Держи дверь открытой на 3 дюйма. Да, да-да-да-да. Очень милая. Держи дверь открытой на 3 дюйма. Ну что, вам понравилось? Да, еще как. Для меня тоже это было круто, знаешь, как прогулка по воспоминаниям. Спасибо, что показал, да, было приятно познакомиться. Спасибо, Финн, и вам тоже спасибо, давайте. Финн устроил нам экскурсию по реквизиторской, это было круто. Очень удивил нас. Теперь мы у следующей площадки. Уже поняла, кто будет следующим, но не скажу. Это Эми и Элиша. Привет, офигеть. Единственная Эми и неповторимая Элиша. Мы с вами заходим внутрь костюмерной. Огромный гардероб. Масштабно, скажите. У нас здесь есть костюм Оди из 1-го сезона. О, это мой любимый образ. Одежда Стива? Да-да. Стив, прическа Харрингтон, люблю его. А это что-то типа его головы. И тут... о боже! Это же мини-Калеб! Очаровашка. Просто очаровашка. Я был таким мелким. А тут у нас Эдди, ну, покойся с миром, брат. О, мы вот недавно говорили про Робин. Скуп Сахой. Она сама разрисовала кеды? Да, это Майя разукрасила. Она рисовала на своем велике, поэтому я подумала, что это логично. Она вообще часто рисует, даже в блокноте на съемках. Я сначала посмотрел, подумал, что это Крисси. А это Стива или... Не-не, это мое. А, 8-й, мой номер. Да, это была дань уважения Коби, потому что он, умер во время съемок. Мне нравятся примерки, потому что там очень много времени уделяется деталям, чтобы одежда соответствовала характеру персонажа. В 1-м сезоне у нас спрашивали, какой любимый цвет нашего персонажа, что он любит кушать и тому подобное, то есть это целая наука. Мы создавали плейлисты для наших персонажей. О, это один из моих любимых материалов, он напоминает полотенце. Мягонький такой, да, прикольный. Тут много таких материалов, которые использовались в 80-х, и они такие комфортные. Я должен отдать должное реквизиторам, они очень талантливые. Потребовалось очень много усилий, чтобы раскрыть сюжет и персонажей. Было приятно с вами познакомиться, Эми, Элиша. И нам тоже. Обнимашки. Обожаю. Надеюсь, вам понравилось. Мне пора идти, но у вас еще есть одно дельце. Желаю насладиться финалом. Мы насладимся. Он прям такой, как я себе и представляла. Ну да, типа норм, поц.
Они все классные. Мы ознакомились с реквизитом, костюмами. Это круто увидеть, как все так продумано до таких мелочей. Всякие мелкие деталюшки, костюма, реквизита и всего такого. Вот бы глянуть, что они снимают. Ёп, Гейтен, обосраться. Привет, вот вас видеть, Эми, да? Да, Элифа. Да, привет. Вот познакомиться. Как девички? Я очень рад, что вы здесь. Пошли гулять. Так, круто. Это комната с тентаклями. Считай изнанка. Тентакли, да, смотрите, целый склад прям. Именно такие используются в шоу, но потом на них сверху накладывается графика, потому что они еще двигаются и пульсируют. Ну, то есть они ведут себя как живые. Это что, поролоновые палки для бассейна? Ну, фитай, да. Их можно повымать, но они не такие мягкие, как я думала. Вот эти вот, допустим, нужно поменять, потому что они намного твердее, чем те, они прям твердые. Это для безопасности, чтобы мы случайно о них не ударились, спутав с мягкими. Реально твердые. Я даже не думал, что у нас этого так много. И не знал, что там внутри металл. По-моему, мы в Ансе обедали вот в этом здании. Ну, то есть до того, как они сюда все это принесли. Хочу глянуть на вот это. Вау. Тут квасят. Привет, ребят. Мы тут с ребятами гуляем, если вы не против. Да нет. Я Сэм, координатор по этим делам этого сезона. Тут на 18 миль этого добра. Мы неплохо так поддержали компанию по производству палок для бассейна. Да, они уходили из бизнеса, мы им позвонили и сказали, все заберем. Думаю, очень круто, что несмотря на то, что они работают с огромными бюджетами, используют кучу графики, находится много места и для практических эффектов. Было приятно с вами познакомиться. Спасибо, что показали нам закулисье. Да, без проблем. Кто вам больше понравился в качестве гида? Только честно. Кто из нас вам понравился больше всего? Мне понравился вообще весь тур, это был просто уникальный экспириенс. Ну ладно. Ну и пофиг. Спасибо, что посмотрели. Я уже говорил, что из-за того, что они практически нашего возраста, они, считай, выросли вместе с нами. Да, считай так. Спасибо, Geek Week! Мы это сделали! Круто, круто!